Всем добрый день. Слушайте, что-то отсвечивает, вообще отсвечивает. Короче, у нас сегодня выходной день. Продолжение, второй выходной день, якобы. Диана красится, собирается в Дерсханы. Я готовлю, у нас сегодня такой овощной будет ужин. Это тушеная капуста, но у меня там еще рис остался, еще немного супа есть. Также у меня, наконец-то, я сделала кабачковые блины. Вернее, даже не сделала, делаю в процессе, покажу вам. И я тушу капусту. Ну, то есть вот такой вот. Поскольку сейчас у меня осталось еще 2-3 часа до начала рабочего дня, я должна это все успеть. Натушить капусту и испечь эти блины. Блины классные, классные. Я там посмотрела несколько рецептов. Это спасибо подписчикам, которые меня, как говорится, подали мне идею. Вот, и реально вкусный запах такой классный, вообще супер. Вот, муж мой суток сидит, там допивает последние стаканы чаю и уже, наверное, пойдет отдыхать. Ну, а Дианка уходит. Здесь у меня девочка Челеша, которая, да, сидит на стульчике и моется, наводит порядки. Скажи, я должна быть чистой, благоухать. Здесь сидит Шефтали, как всегда. Да? Пошли, заходи. Вот. И я. Ой, мои блины, видите? Тут у меня. Вот уже их сколько. И один мы с Дианкой съели. Капуста-то у меня тушится. Так, вот такой вот блин я залила. Делаю впервые. Вот они получаются у меня такие. И вот такое вот тесто, смотрите, покажу вам. То есть я не измельчала эти кабачки. Вот, ну, класс. Очень вкусно. Диана говорит, очень хорошо ощущаются кабачки. Ну что, вряд ли моему мужу понравится, но потому что я немножко сахарка больше сделала. То есть они такие у меня, скажем так, со сладинкой. Диана собирается в Дерсханы. Я буквально прилегла там минута видео посмотреть. И начала. Вот мне никто не провожает. Лежи, да-да-да-да-да-да. Так я и провожаю. Я ж... Короче, получилось непривычно. Я никуда не деюсь. Я здесь. Накормила тебя блинами. Придешь, накормлю тебя капустой. Сказку прочитаю. И т.д. и т.п. Приходи на сказку. Обязательно. Только сюжет неси. Что? Сюжет неси. Диан, пожалуйста, помнишь, да, я тебя просила мусор захватить? Да. Захвати, потому что я ж там рыбу вчера очистила. Я ее засолила, бошки, вот эти ножки, рожки, все осталось. Вот, Дианка выкинет. А сегодня у нас люди-то наставляют мусор. А где он? Что? А, давай, удачи. А сегодня воскресенье, он не будет забирать мусор. И моя там эта голова рыбья, например, завоняется, понимаете? Вот, что, Диана ушла. Сейчас Ашкем спать идет. Я уже ноутбук включила. Сейчас уже подсоединяюсь. Да Челеша моя золотуша. Мамина красавица тут спит. Спит, да? Ой. Мамина красотка. Не трогать тебя, да? Вот мне так хочется тебя трогать, Челек, но вот ты не поверишь. Не знаю, почему вас так хочется трепать. Трепал бы, кусал бы, целовал бы. Да, Масик? Моя сладкая такая. Мамины лапки. Нельзя, да? Нельзя. Ну ладно, не буду, не мешаю тебе. Прям дышу, прям аж, знаете, от того, что нос вот это полностью там заложен кирпичами, прям не могу это ровно дышать. Я уже закончила свою работу, уже время 11 час. Здесь у меня и цветы, здесь мы чай с мужем пьем, он сделал. Ну, конечно, он тут смотрит какие-то видосики. Вот, а я хочу вам показать. Вот, видите, у меня здесь... Дали корма влажного, поела.
сидит тут, прячется. Сейчас уже будем это, лекарство ей давать. Помукишь? Вот она лежит. Вот она лежит. Сейчас будет уже лекарство опять принимать, да? Очень, скажи, мне не хочется. Очень. Ну, а что делать? А мне, поверь, помог. Очень не хочется тебе давать. Потому что ты очень в этом плане сложная. Крики, такие крики, как вроде ее это. Резать будут. Мы же хотим как лучше. Поэтому пусть тут она сейчас лежит. Тут у нее, видите, муж ей игрушку дал. Она тут сидит. Вот так вот она любит. Представьте, вот так вот закроется и сидит тут. Как ей воздух поступает, я понятия не имею. Но вот так вот она сидит. Ашкам здесь так с краешечку лежит. Ну, чтобы не задавить ее. Она туда залезла под него. Тепло исходит. Целый день она проспала вот здесь, в этой кошелочке. Вот. Что? Что? А, это ж видите, у нас здесь окно. Было вот такое вот окно. А потом в Дианкиной спальне Диана разбила стекло. Ну, Ашкам взял отсюда, поставил ей. А на кухне поставил целлофан. Но он был нормальный, это Минош разодрал. Минош так сильно хотел выйти, она выглядела вот так вот. Все даже приличненько, цивильненько. Но Минош очень не хотел выйти, дрался и пораздирал все. Так, здесь у нас что? А здесь у нас... Кто тут у нас есть? А вот он, товарищ. О, Диана, вижу, вижу. Теперь ты в другом направлении сидишь. Это случайно. Да? Ты не знаешь, что я тебе прислушала. Ночь сна. Тут вот, смотрите, лежит товарищ. Товарищ лежит. С Дианкой лучше всего, да, Резгер лежать? Все ей разрешает. Мне не разрешает вот так делать. Что вы думаете? Но мне нет. А вот Диане разрешает. Ну, коснись, проверим. Секунду. А так, а куда, куда, чего, куда? Вот эту лапу. Вот эту, да, что я должна сделать? Ну, возьми. А, просто вот взять. Ну, дай мне пощупать эту лапку. Поднимай ее. Пока разрешает. Ну, выдергивает, выдергивает. Видишь, не дается. А здесь мне дашь? Дай мне лапку, дай. Не дается, он не выдергивает. Рюзгер, такой молодец парень. И тебе здесь тоже. А Дианке дается. Вот тебе и характер, да, Рюзгер? Мой мальчик. Чувствует. Как он, вот как он чувствует? Чья рука берет? Что он не видит? Видишь, какой-то ногтя. А почему тут видит? У него глаза закрыты. Приоткрыты. Да, Рюзгер? Ну. Мой родной. Господи, аж улыбка на лице появляется, знаешь. Мой родной. Понятно, мой родной. Я его люблю, честно. Ну, больше конечно. Всего. Ну, ага. Возможно, даже больше всех. Диан, ну, это естественно. Это естественно. Ну, потому что, понимаешь... Я вот... тоже его люблю. Ну, человек я люблю больше. Ну, вот. Ну, понимаешь, например, Шефталика, его тяжело полюбить, потому что он очень отдаленный. Из-за того, что, извини, у меня вот есть Рюзгер, у тебя есть человек. Человек к тебе приходит, она на тебя ложится, она мурчит, она тебя полижет. И Шефталик. Кого ты выберешь? Шефталик просто... Нет, ну просто... Нет, просто ты неправильно немного говоришь. Просто там ты ближе. Не дело не в том, что кого ты полюбишь или там что. То есть сам кот с тобой сближается. Конечно, ты будешь и к нему ближе. Конечно, тебе, конечно. Что он к тебе идет, то есть это оно вместе, но, контакт идет. Да, а но я тебе хочу сказать, нет, что вот Шефтали, он постоянно спит на моей подушке. Да, я заметила. На, в комнате. На моей стороне. Почему-то не ложится на сторону ты мужа. Ты нравишься, а ложится на Шефтали или Миношу, потому что ты постоянно с ними. Ну, наверное. Постоянно я с ними, я их это и глажу, я там с ними беседую там. Конечно, я могу крикнуть на Шефтали, когда он нападает на Челек. Но в то же время я могу и крикнуть на Челек, когда она перегибает палку, если она не права. Как бы здесь такое дело. Я люблю всех, вот честно тебе говорю, я даже уличных всех люблю. Вот всех бы. Забрала, но нет возможности. Понятное дело, что Челек мне ближе всего, потому что мы с ней спим. Она сама со мной спит, не я с ней.
Ну, вот. Ты узнаешь, если ты устала, она просто бы ушла. Она не будет, я ее не заставляю. Вот сегодня она спала у меня на подушке на голове. Я вообще ни сном, ни духом. Я просто что-то пробудилась, кашель у меня начался. Смотрю, она лежит. Меня согнали с подушки. Да, а в ногах лежит помук. Вот так вот. Так что, Дарис, иди сюда, иди сюда. Ой, ой, лежит. Лежит, как дитё. Ну, он долго не лежит. Да. Все, уже пора уходить, скажи, у меня уже срочные дела, я должен спать. Ой, все, Дианусик, давай, доучивай, и будем это, да, лечить помог. Он лежат ее вот эти, просыхают, потому что мы обматываемся. Вот этой пеленкой синей мы обматываем ее как младенца, а вот это Диана кладет себе на ноги, он, видите, рукав. Вот, рукав. В лекарстве, блин. Пусть уже курс пройдет, и я тогда все это дело постираю, потому что вытираем ей рот, все. Ну вот так. Все настолько серьезно. Минош, Минош сюда пришел, тут в кошелке лежит. Спокойненько. И, кстати, Минош, там подушечка досохла, я ее сюда переложу. Да не включай, нет необходимости. Я пришла проверить, здесь ли это чилек. Но ее здесь нет. Поэтому... Сейчас, Диан, я думаю, что чилек здесь в салоне осталось. Угу. Да, да, я думаю, что была. Чилек! Где-нибудь чилек, вот там. Так я видно твой голос. Челеш! Вот тут где-то была спрятанная. Вон она топчется, видишь? Вот там вот лапы-лапы ее ходят. Челюшек! Давай, пойдем, выходим, мась! Думаю, где она? Вот она идет. Все? Ой, потягушки, потягушечки. Пойдем. Выходим, пойдем. Не хочет выходить. Ой, мне вот же... Вот только ты выставай. Робота забрать. Вышла челик, выскочила. Я ее даже не это, ее позвала, она сама вышла. Не пришлось мне ее уговаривать, гоняться за ней. Она сама согласилась. Пошла за мамой, да, челешек? Толстушка. Ой, толстуха. Вообще, такая полненькая дама. Ну, это хорошо. Хорошо, да, Мась? Скажи, я не стесняюсь в еде. Ем.